God and that's like a Jackson and the First of all, I bow down and offer my respect to my spiritual master. Прежде всего, я хочу склониться у стоп моего духовного учителя и выразить свое почтение ему. And to his guru, and to his guru, and you can see these are our spiritual masters going back 5,000 years to Sri Krishna himself. И также отклоняюсь учителю моего учителя, его учителю, всем учителям, представляющих цепь ученической преемственности, которая берет свое начало у самого Шри Кришны. And finally, I offer my pranam to all of you who have come here to study the subject of consciousness, the soul and the supreme soul. В завершение хочу предложить свои поклоны всем вам, собравшимся тут, подробнее изучить природу сознания, души и сверхдуши. Let's get to know each other. Давайте поближе познакомимся. So, please raise your hand if you have any experience or practice of yoga. Поднимите руки те из вас, кто знакомы с практикой йоги. Okay. Please raise your hand if you have any understanding of astrology. Поднимите руки, если вы разбираетесь в астрологии. Please raise your hand if you have any experience of a pranayama. Поднимите руки, если вы знакомы с упражнениями, дыхательными упражнениями пранаямы. Acha, little. Okay. So please raise your hand if you've ever read some Vedic texts like the Vedas or Bhagavad Gita. Поднимите руки, если вы читали ведические тексты, такие как Бхагавад Гита или что-то из ведических писаний. Okay. So, good. And then dealing with the audience of completely uninformed people. То есть я рад, что я имею дело с неисполненными профанами. Most of you have a background in some of the things that I want to be speaking about this evening. То есть большинство из вас уже имеют какое-то представление о тех идеях, которые я хочу изложить сегодня. But we find that when persons study meditation, yoga, astrology, very often the terms are used in a very vague way. They're not very scientifically or precisely defined. Однако часто случается так, что когда люди знакомятся с какими-то практиками медитации или изучают какую-то ведическую литературу, термины используются очень так абстрактно. So hopefully this is this evening we can get a very clear understanding, a clear picture of the nature of this world. То есть сегодня надеюсь, что у нас появится отшлифованная идея, очень четкая о природе этого творения, мироздания. And many fragments of different types of knowledge you have, put them all together in a very consistent picture. То есть вы сможете сложить четкий пузл из разных фрагментов информации, которая у вас может иметься на сегодняшний день. Is it working for me? Yes, okay, here we go. So, we will discuss yoga psychology. Сегодня мы будем обсуждать психологию йоги. In the ancient Vedic texts on the subject of yoga, a very precise explanation of our body, our nervous system, our mind, the ego, and so on has been presented. Древние ведические трактаты по йоге дают очень четкое описание нашего тела, нашей души, природы этого творения, природы нашего сознания. And this is very useful. Это знание очень полезно.
Not only for understanding ourselves. Не только для того, чтобы постичь себя. But also for understanding the entire universe. А также оно очень полезно для того, чтобы постичь всю вселенную. Because all the elements which are present in the human body are present in the universe. Потому что все элементы, которые присутствуют в человеческом теле, они присутствуют во вселенной. The human body is like a microcosm of the universe. То есть человеческое тело это как микрокосмос вселенной. So if you can understand the functioning of this vehicle of our soul, this body, you will also understand the functioning of the universe. Если вы разберетесь в механизмах работы этого средства передвижения для нашей души, то есть нашего тела, то вы также сможете понять, как работает вся вселенная. So first of all, I want to look at a few definitions of the word yoga. Для начала я хотел бы рассмотреть определение того, чем является йога. So first, from the Bhagavad Gita. Первое определение из Бхагавад-гиты. There is said, Sahatvam yoga uchate, that yoga is equilibrium of mind. Бхагавад-гита говорит, что йога это равновесие ума. Then, in the Yoga Sutras of Patanjali. Затем в Патанджали йога сутрах. A similar definition is given, but in the via negativa. То есть очень похожее определение дает Патанджали, только via negativa, с обратной стороны. There is a yoga chitta vritti niroda, which means that our mind is actually a very fine substance. Патанджали дает понять, что наш ум является очень тонкой субстанцией. And this mind stuff is oscillating. То есть вот эта тонкая субстанция ум постоянно находится в возбужденном состоянии. There are waves or vibrations moving through the mind stuff, the chitta. То есть в этой чите, в этом уме постоянно происходят тонкие такие в этой тонкой субстанции происходят постоянные вибрации. And this is what we experience as all of our thoughts, feelings, emotions, and ideas. И все вот эти вибрации нашего сознания, нашего ума, это то, что мы воспринимаем как собственные мысли, собственные эмоции, чувства и переживания, свои состояния. Everything that is going on inside is nothing but just the waves, the vrittis, the waves in the mind stuff, the chitta. На самом деле то, что вот мы постоянно переживаем, испытываем, не что иное, как эти колебания в нашем уме, в чите. So these two definitions explain that yoga is a way of making the chitta become very, very peaceful, free from turbulation, free from these waves. Эти два определения дают нам понять, что йога это то, с помощью чего мы можем прекратить вот эти колебания ума, уравновесить наше сознание. In the Yoga Sutras said, Tada Trastu Surupa Vastanam, which means that when the mind becomes very steady and peaceful, then you can understand your soul. В Йога Сутре говорится, что когда ум становится полностью умиротворенным, человек может постичь собственную душу. Just as a person can wear a shirt and a coat, two coverings. So similarly, our soul has two coverings, the mind and the physical body. Подобно тому, как человек может одеть на себя нижнее белье, там рубашку, затем пальто, таким же образом душа одета вот в эту одежду нашего ума и этой физической плоти нашего тела. When the mind is in a disturbed condition, at that time we are identified and think, I am this mind, I am these feelings, and I am the physical body. Когда ум находится в возбужденном состоянии, то мы четко отождествляем себя с этим умом, со всеми этими эмоциями, с этим телом. So that misidentification of the spiritual soul with the physical form is the bondage. То есть происходит ложная идентификация души с тонким телом и с грубым телом, и это является как нашими оковами. So as long as the mind is not still and peaceful, as long as we identify with the body and mind, then the soul is in a state of imprisonment, a state of confinement. То есть душа остается в этом тюремном заключении из-за того, что ум в будоражном состоянии, и мы не можем перестать отождествлять себя с телом и умом. So yoga is a name given to a number of different processes, a number of different
strategies to bring the mind to a state of peacefulness wherein we have the realization, the soul wakes up and realizes, I am not this body and mind, I am a spiritual being. И то есть йога — это общее название разновидных практик, предназначенных для того, чтобы успокоить ум, привести его в равновесие и помочь душе проснуться и понять, что она ничего общего с телом и умом не имеет. So that is in religion called salvation. В религии это называется освобождение, спасение. That the soul has become delivered from the struggle of material existence. То есть в религии это называется спасти свою душу, вызволить ее из вот этой каторги, вот этого материального существования, отождествления себя с телом. So this evening we want to address some of the intersectionality between the ancient philosophy or science really of yoga and the modern sciences. Поэтому сегодня мы рассмотрим точки пересечения древней ведической науки йоги и современной науки. This is a EEG, electroencephalograph of someone's brain waves when they're under stress. Это снимок электроэнцефалограммы мозга человека, который находится в таком стрессовом состоянии. Вот это ваш мозг, когда вы испытываете стресс. There's a lot going on there. It's very turbulent. Там турбулентно очень. Like the oil in a frying pan. Это как булькающее масло в горячей сковородке. And you are getting fried. И вас жарят. So. Of course, by the electronic equipment, we cannot actually access the mind because it's more subtle. But the movement of the mind is the cause. It's a movement in the nervous system which can be detected through electronic equipment. То есть на самом деле даже самая лучшая тонкая электроника не может подобраться к самому уму, но она отражает функции того, что происходит в мозге человека. То есть такой более грубый план того, что происходит в нашем сознании. These are the brainwaves of a person who's cooling down, medium anxiety. Вот это уже отражает состояние человека, который уже успокаивается, в таком полууспокоенном состоянии находится. You can see it's a little more peaceful. Видите, чуть-чуть более тут спокойно. And then a general person who is quite calm. А вот это мозг спокойного человека, расслабленного. See, it's quite calm, but here there's still a few things going on. Few anxieties in the back of the mind. Видите, уже много долин, равнин, и там несколько пиков, там еще где-то на заднем фоне что-то его беспокоит. So what we want to get is the completely peaceful, like a lake. Но к чему мы стремимся, это гладь озера, полностью спокойный ум. And in the very peaceful mind, the soul can see itself reflected there. It's like a mirror. Потому что на глади, на гладкой поверхности озера, тогда мы можем уже познать себя, то есть душа может видеть себя. When the mind is peaceful, it becomes like a mirror. We can see our spiritual nature. То есть спокойный ум уже становится подобно зеркалу, в котором мы можем увидеть отражение истинного я. But when the mind is oscillating, then we become in a state of confusion. Когда ум находится в взбудораженном состоянии, мы находимся в состоянии полного заблуждения. And become lost in the ego of identification with this physical body. Когда ум возбужден, мы полностью теряем себя. И мы отождествляем себя с телом. And in that state we act to defend and protect ourselves from the perceived fears and dangers. И тогда мы уже начинаем действовать в рамках того, как защитить себя, как что-то отхватить для себя, чтобы обороняться от опасности и выжить. So the action that we do in this world to secure for ourselves comfort and safety, this is called karma. То есть, когда мы выходим в мир добиться что-нибудь для себя, что-то урвать, вот это называется карма. And it's very reactive. Every karma that we do produces a reaction. Но каждое действие, которое совершается вот в таком стиле, что-то раздобыть для себя, тут же влечет за собой последствия. То есть реактивная очень эта деятельность. But all of the reactions cannot be experienced within one short lifespan. So there are lots of reactions left over. And that leads us to the next life, and the next life, and the next life, reincarnation. Так как реакций очень много, мы не можем испытать, вкусить плоды всех этих реакций за эту жизнь. Поэтому запас
откладывается, и нам приходится перерождаться, чтобы испытать эти реакции в следующей жизни, потом в последующей жизни и так далее. Now, I want to present to you the model of the all the components, the elements of material existence. Хочу представить к вашему вниманию модель материального существования, которая содержит в себе все компоненты. And these elements comprise our physical body, and the same elements are there also in the functioning of the universe. То есть те элементы, из которых состоит наше тело, они также присутствуют во всех составляющих Вселенной. So who has heard of these phrases sattva, rajas, and tamas? Кто из вас знаком с терминами tamas, rajas и sattva? So basically, they are the three energies which are always in interplay in this world. Это три энергии, которые находятся в вечном взаимодействии в этом мире. Rajas is the energy of creation. Rajas – импульс творения. So we see that all things come into existence. То есть мы видим, как все появляется, рождается в этом мире. Sattva is balance or equilibrium. Sattva поддерживает равновесие, баланс. And tamas is destruction. Tamas невежество создает деструкцию, деструктивный элемент, который вызывает разрушение. All things around us are affected by these three energies, so we see that everything appears, stays for some time, and then dissolves. Все в нашем мире подвластно влиянию этих трех энергий, поэтому вокруг нас мы видим рождение, существование и непременно смерть. Like bubbles in the ocean. Все как пузырьки в океане. Your own body is like one bubble in the ocean. Даже ваше тело это просто пузырек в океане. Here today, gone tomorrow. Сегодня тут, завтра нет. You can try to make it last a little bit longer, but anyway. Вы можете попытаться растянуть, как-то задержаться тут подольше, но гарантированно, что все равно наступит конец. Not only your body. Не только тело. Oh, whole empires come and go. Не только Roman Empire, Greek Empire. Человеческие тела, целые империи. Russian Empire. Римская империя, русская империя. They all came and византийская. То есть они появляются, существуют какое-то время, и потом распадаются. Like bubbles in the ocean, because of the interplay of these three energies, sattva, rajas, and tamas. И все это происходит из-за вот игры взаимодействия этих трех энергий: тамаса, раджаса и саттвы. Все рождается, существует какое-то время и разрушается. So the material energy begins in a state of pure potential. Материальная энергия изначально находится в состоянии чистого потенциала. And when these three energies begin to manifest, then elements appear one after another. Как только материя выходит из равновесия и начинает взаимодействовать эти три энергии, начинают проявляться элементы материальные. It's a little bit like a condensation. Это подобно конденсации. You know, there's water in the air all around us, знаете, about 24%. Что вода повсюду, в воздухе есть вода, 24% это вода. So you cannot see it, but it's there. Вы не видите эту воду, но она присутствует. And if the air pressure will change, the temperature will change, then the water in the air condenses and becomes like a cloud. Ну как только происходят перепады давления или что-то меняется, перепады температуры, тут же начинается конденсация, вода собирается в тучи. Then the cloud, which is a vapor, condenses more and becomes liquid. То есть вот этот пар, вот эта влага собирается в тучи, потом превращается в жидкость. Becomes water. Превращается в воду. And if the water is in a very cold temperature, it will become solid and become ice. И если вода оказывается в холодной температуре, тут же она застывает, превращается в лед. So in the same way that water goes through the stages of gas, vapor, liquid, and solid, so in the same way, all the elements of this world are simply the condensation or the grossification of prakriti, that is the potential material energy. Подобно тому, как вода может менять эти состояния, быть состоянием газа, пара, жидкости и потом льда, твердой субстанции, таким же образом все элементы этого мира — это более тонкие и грубые проявления прокрити, материальной энергии, изначального потенциала. So from the one potential energy, all the elements are coming. То есть из одной энергии, из этого потенциала происходят все элементы. Through a process of grossification or condensation. Процессом вот такой конденсации, огрубения. So the first element is called citta. Первый элемент, который проявляется, называется citta. And that is your pre-egoistic mind. Это предэгоистичный ум.
The mind which is peaceful and pure. Это еще чистый ум, ум в чистом состоянии, which до того, как он заражен. Which has no ego identification with the physical body. На этот ум еще не влияет эго, элемент эго, то есть ум очень ясный. Then this element of citta, which is very light. То есть это очень чистый элемент, такой ясный. It has no form in it. В нем нет формы. It begins to condense and takes a form. Он начинает сгущаться, грубеть и принимает очертания, формы. And the first form that this element takes is called. Первая форма, которую принимает этот элемент читы, называется. Not quite reaching. There it is. Okay. Prana. Называется прана. This is very important. Это очень важно. Many people speak about prana, but what is prana? Многие люди употребляют слово прана, но что такое на самом деле прана? Prana is the first element which is has condensed into a form and has movement. Это первый элемент, который уже имеет очертания, то есть тоже конденсация тонкого элемента, принимает форму и движение. The pre-egoistic mind is just like a screen, like a mirror. Потому что чита, предэгоистичный ум, это подобно экрану. It's not moving. Это как штора такая ясная, это он неподвижен. But when it begins to move and condenses, it becomes prana. Но когда он начинает сгущаться, огрубевать, начинает двигаться, это уже прана. Now this prana is responsible for all type of movement. И эта прана, она ответственна за все виды, все разновидности движения. Conscious movement. Осознанное движение. In your body, so many organisms are moving without your conscious will. То есть осознанного, произвольного и непроизвольного, потому что в теле постоянно какие-то элементы, не только элементы, существа, какие-то микроорганизмы двигаются, вы даже об этом не знаете. Even the movement of the planets. Даже движение планет зависит от праны. All movement in the universe is done by prana. Все движение во Вселенной, оно является результатом влияния праны. Then, when the prana moves, and then begins to solidify into a shape, no longer moving. То есть прана начинает, то есть появился элемент праны, он двигается, потом он застывает, он уже перестает двигаться, принимает такие четкие загрубевшие формы. Now it's leaving behind shapes or impressions in the citta, in the pre-egoistic mind. То есть движения праны, они как прорывают с собой читу, сознание, предэгоистичный ум, и там уже образуются формочки такие. So when these shapes begin to form in the pre-egoistic mind and they're fixed, then the totality or the aggregate, the collection of all those impressions in the pre-egoistic mind is called the ego. То есть вот эта прана движется по чите и оставляет за собой формочки, они огрубевают и создают уже аханкару, собой вот этот агрегат вот этих формочек в сознании. Это уже материальное эго. So in your subconscious mind, you have many, many impressions. У каждого из вас в подсознании бесчисленное количество отпечатков таких, как воспоминаний, каких-то самскар. The prana is moving through those impressions and activating them. То есть у вас там уже есть такие отметинки в подсознании, а прана движется между ними и активирует одну или другую. And the particular group of impressions which are being activated right now, that is what you call your personality. И вот то, кем вы себя считаете, своим характером, своей природой, вот то, что вы называете, отождествляете себя с чем, вот это и есть вот эта группа вот этих самскар. You have impressions from so many lifetimes. Потому что у каждого существует множество впечатлений, собранных за огромное количество прожитой жизни. Impressions of being sometimes in one life a king. Кто-то в прошлой жизни был царем. In another life a beggar. В другой жизни нищим. In another life an angel. В какой-то жизни ангелом. In another life an animal. В какой-то жизни животным. All those impressions are there. Все это осталось, оно все находится в подсознании. Все эти воспоминания. The impressions through which the prana is moving right now is the giving you the experience of your personality that you're experiencing at the moment. То есть полный but it's not you. Ассортимент, комплект у каждого есть, но те участки
по которым движется на данный момент в этой жизни прана, это то, с чем вы себя отождествляете сейчас. Это не является, вы этим на самом деле не являетесь, но вы уверены, что вот вы это и есть. It's just like a mask for the soul. Это просто как маска для души, которую вы одеваете. Everyone is a spiritual being, everyone is part of God. По природе каждый душа, каждый духовный по природе частичка Господа. But in this drama, everyone is now wearing a different mask. Но в этом спектакле все одели на себя маски. So we think this person is my friend, this person is my enemy. И начинается драма. Вот это мой друг, это негодяй, я его ненавижу. And under this false impression, we're acting and doing karma. Все это ложно, это все на самом деле притворство. Но мы в это верим и совершаем свои поступки, вот эту карму, кармическую деятельность. The next element is called manas, or the post-egoistic mind, that is your conscious mind. То есть после аханкары, ложного эго, проявляется манас, пост-эгоистичный ум, то есть уже вот наш осознанный ум. What you're thinking right now? То, о чем вы думаете сейчас, это уже вы думаете с помощью посредством манаса. Then comes a buddhi, intelligence, the power of discrimination. Затем проявляется элемент будхи, разума, интеллекта, способности различать. So these four elements together compose your astral body. И вот то, что мы называем астральным телом, тонким телом, как раз и состоит из этих элементов. Now, when you die, don't panic, it's not so bad. И знаете, что когда вы умрете, не пугайтесь, это не так плохо. All that happens is the astral body, which is connected with this body, disconnects with this body and just connects with another one somewhere else. Все, что происходит в момент смерти, вот эти элементы, эта группа элементов, из которых состоит наше тонкое тело, они отключаются от этой плоти, от этого тела и пристраиваются уже к новому телу. So when you die, you give up this physical body, but your soul, along with the astral body, goes and is relocated. In another body. То есть в момент смерти душа вместе с этими тонкими элементами перемещается в новое тело. And the body that we get is a condensation of the particular nature of our astral body. И то есть, because the elements are condensing. А новое тело, которое мы получим, это то есть вот эти огрубения, конденсация вот этих элементов, то что самскара, в которой двигалась прана. So if in your life you lived a very pure life with a pure mind, then at the end of this life that pure mind will condense and give a new body which is of a higher being, like an angel. То есть если в этой жизни вы жили правильно, в вашей жизни доминировала чистота, ясность ума, то тогда к концу жизни, в момент смерти, уже будет самскары будут сгущены, которые дадут вам тело, может, ангелоподобное тело. And if in your life the mind was very, very dark and angry and disturbed. Если в течение жизни ваш ум был очень темным, вы были гневливы, вредны, when it's disconnected from this body, then those elements will condense into a lower form of life. То есть, если в человеке доминирует постоянно в течение жизни злость, то он получит тело какой-то более низкой формы жизни, которая соответствует такому уровню сознания. So when someone dies, don't become upset. Поэтому особо не расстраивайтесь, когда кто-то уходит из вашей жизни, когда кто-то умирает. It's just like the body is like a phone. Телефон подобен телу. And the soul is talking to you through this. Душа говорит с вами через вот этот телефон, то есть на проводе душа. Вот вы слышите, он с вами разговаривает. So if you're talking to someone on the phone and the phone is dropped, oh, he's dead. Если звонок оборвался, вы же не начинаете плакать, что умер он, ну вот. Умер. No, he'll just call you on another. Нет, он просто перезвонит с другого номера. So don't worry about it. Поэтому не переживайте о смерти. One life is just like one day at school. Понимаете, что жизнь это один день в школе. You have to go to school for many days before we finally graduate. Помните, в 11 классов надо было ходить много дней до того, как вас выпустили из школы. То же самое тут. Don't graduate on the first day. Никто бы не пришли 1 сентября, там цветы принесли, тут же получили диплом и все, закончили школу. Now, these elements, the subtle body, the astral body, condenses and becomes the five working senses, the sense of speech, the grasping, the legs, mobility, reproduction and evacuation, these five
the working senses. Затем тонкие субстанции, элементы начинают грубеть, и появляется способность, вот это речи, прикасание, брать что-то, мобильность, репродуктивные функции развиваются и эвакуация. And the five knowledge acquiring senses. Я не знаю, как это правильно сказать. И затем познающие чувства слух, прикосновение, видение, вкус и обоняние. Just translate what I said, not read. Sorry. The five knowledge acquiring senses. И пять познающих чувств дальше появляется. The power to hear. Touch, появляется способность касаться, and smell. видеть, вдыхать аромат, чувствовать вкус. These elements condense and become the tanmatra, the sense objects. И затем эти чувства сгущаются, становятся танматрами, объектами чувств. Those are the objects of the powers to perceive. То есть это объекты того, что мы можем способности воспринимать. And those combine together, those condense to become the physical elements that we perceive around us. Space, air, fire, water, and earth. То есть они продолжают сгущаться, элементы становятся более грубыми, проявляются уже как элементы, которые окружают нас. То есть эфир, воздух, огонь, вода, земля. So you may not remember all the details of this. Может, вы не запомните все подробности, нюансы. You should, but you may not remember everything. Вы должны запомнить, но может не получиться у вас все запомнить. But what we want to take home. Но что я хочу, чтобы вы извлекли для себя, чтобы вы забрали. Is the idea that even the most physical, gross things of this world, here now, everywhere, this is all the condensation of originally the very subtle mental energy. То есть, чтобы главное, чтобы извлекли из этой презентации вот это понимание, что даже самые грубые элементы, самое твердое, конкретное, что вы воспринимаете, что это все равно проявление гораздо более тонкой энергии. And it is ментальной энергии. It is the prana which is animating and activating all the elements to move. Также вы должны запомнить, что прана это то, что придает движение. Оживляет все элементы. Now, who are the astrologers here tonight? Астрологи среди присутствующих. Well, this is North Indian. Not everybody can be. I'm sorry. The Western astrology, anyone? Западные астрологи. No, Vedic astrology. Ведические астрологи. Okay. So these are the houses in the Vedic astrology. Это гороскоп в системе Северной Индии. 12 домов гороскопа. Most persons in the scientific community are very skeptical about astrology. Большинство, то есть ученых, они очень скептически, люди, считающие себя очень образованными, очень скептически относятся к астрологии. Среди нас есть ученые. No. Обозначьте себя. Yes, sir. Стоит у нас один. Biologist, chemist. Вы кто? Биолог, химик? Программист. Programming, computer programming. Programming. But we had a physicist, Vishwambar. Afraid. Where's Vishwambar? Is he here? No? Oh, over there. Oh, psychologist over there. Psycholog. Okay. So, most scientists are very skeptical about astrology. And what if the arguments they give is this. There's no mechanism to explain it. То есть аргументы, что нет механизма, который может объяснить астрологию. How is it possible that someone who is born on Thursday afternoon at 4:30 in Astrahan? Как объяснить то, что кто-то родился в четверг в 16:30 в Астрахани? That the moment that he is born, then his whole future is written in the stars all throughout the sky. Как так может быть, что в этот момент, когда эта личность родилась, что уже все будущее предсказано положением звезд на небосклоне, расположением всех планет? There's no relationship of cause and effect. То есть ученые не видят тут взаимосвязи, никакой причинно-следственной связи в этом. So if we cannot establish some relation of cause and effect, then the theory cannot be considered to be scientific. То есть они не могут признать такую теорию научной, если мы не можем доказать причину следствия четкую. So, but
It may be, and you may have also experience in your life. Однако у многих из вас уже, наверное, есть на данный момент опыт в жизни. Or you may know someone. Или у ваших знакомых есть опыт. Who went to an astrologer? Человека, который сходил к астрологу. And then the astrologer explained everything about their life, even though they hadn't given any introduction. И астролог, просто основываясь на дате рождения, времени рождения, месте, описывает человеку его жизнь, хотя человек ничем не делился с астрологом, кроме вот данных о рождении. I know one famous actress. Я знаю одну известную актрису. So she told me, I did not believe in astrology. Она мне рассказала, что в астрологию я раньше не верила. So I went to India and I went to some Brihunadis. Она снимала какое-то кино в Индии и отправилась к астрологу при традиции Брихунади. Хотела просто убедиться, действительно веровать в то, что она права, что астрология не работает. So she came there. И она навестила такого астролога. And she met with the astrologer. Встретилась с ним. He said, "Wait a minute." Он сказал, подождите минутку. We have a palm leaf with your life history. У нас есть пальмовый лист, на котором описана ваша жизнь. Thousands of old palm leaves and pulled out one. Порылся там в своей библиотеке среди всех этих свертков, манускриптов, старых пальмовых листов, нашел один и пришел с этим. And then began to explain. И стал ей рассказывать. You are divorced. Ты разводная. You have one child. У тебя ребенок. Your parents are from different countries. Родители твои из других стран. Then she was amazed. Она очень удивилась. So actually, if you look on the, if you take someone's birth details and exact location and time, from this there are even minute details you can. То есть если вы возьмете, если человек точно знает время своего рождения, вы возьмете их данные, из этого можете познать даже очень такие всякие мелкие нюансы о человеке. Once I know one astrologer who is very close to me. Я знаю астролога близкого мне. So someone came to her and said, и кто-то к ней подошел и сказал, в астрологию я не верю. So then, okay, give some details. Она сказала, ну ладно, дай мне свое время рождения. So then that astrologer looked and said, она посмотрела на карту человека и сказала, you have a birthmark underneath your left arm. У вас на левой подмышке родимое пятно. How did you know? Человек был в шоке. Откуда вы знаете? And at once that person, all their doubts went away. И тут же все сомнения этого человека развеялись по поводу астрологии. So it's actually quite astonishing. Тут на самом деле потрясающе. Астрология потрясающая наука. The Vedic scriptures explain how the universe works. Ведические священные писания описывают о том, о механизмах работы вселенной. The elements which are in the body of any individual are the same elements which are there in the universe. Все элементы, которые присутствуют в теле индивида, они те же самые элементы, из которых создана вселенная. So there's a connection. То есть есть определенная связь. And на уровне элементов даже. What is your future? А в чем заключается ваше будущее? How is it possible that the future can be understood now? Как так может быть, что будущее можно знать уже сейчас? It didn't happen yet. How can someone know it? Будущее еще не произошло. Откуда кто-то может его знать о нем? Because my future cannot be decided because I have not decided what it will be. Потому что как кто-то смеет определять за меня будущее, я сам еще не решил, каково будет мое будущее. Это же я решаю свое будущее. So if I have not decided what it will be, how can someone else know what it is? Я еще не знаю, что я захочу делать, а как кто-то может уже знать об этом? How can we reconcile this? Как примирить вот эти идеи, как разобраться в них? So the answer is this. The idea that we are choosing. Вот это сама идея, что мы что-то выбираем. And making our decisions in real time is an illusion. Вот это сама идея, что мы что-то выбираем, что мы решаем, определяем, это полная иллюзия. When you are thinking what to do. Когда вы думаете, а что мне сделать? In the morning you wake up. Проснулись утречком. What will I do today? Чем бы мне сегодня заняться? And then suddenly an idea comes in there. Вдруг идея появилась. I'll go to the cinema. Схожу-ка я в кино сегодня. So, from the subconscious mind,
this desire came into the conscious mind. То есть с уровня подсознания это желание проявилось на плане сознания. It was already there. Оно уже там было. But you were just not aware of it. Вы просто этого не знали. Because internally there's a darkness. Потому что внутри там очень темно у вас. Close your eyes and look inside. What do you see? Закройте глаза, посмотрите внутрь. It's dark. Что там? Темнота. So in the dark you never know who will jump out on you. А в темноте никогда не знаешь, кто выпрыгнет на тебя. So in the darkness, что выпрыгнет? In the darkness of the subconscious mind, all of your desires and activities are already there. То есть там темно, но там уже полно всего, там очень много уже всех желаний, деятельности, чем вы будете заниматься, все. And they're jumping out from the darkness one by one. Из темноты эти желания выпрыгивают одно за другим на план осознания. I want to be a film star. Хочу стать кинозвездой. I want to be an astronaut. А я астронавтом. I want to be a brain surgeon. А я хочу хирургом быть. All these impressions are already there in the subconscious mind, in the ego. Эти уже впечатления, они уже там, в подсознании сидят. And they're coming out, they're in a queue and they're coming out one after another. То есть они стоят там в очереди, одно за другим эти желания выходят на передний план, на уровень сознания. So don't think that astrology is like guessing what the future is. Поэтому не думайте, что астрология это просто там метод догадок о том, что ждет в будущем. But it's a way of calculating what desires and karmas are there in the queue of your subconscious mind. Это научный подход к тому, который вычисляет, кто там в очереди уже стоит и что там скоро выйдет на первый план. So, it is said in the Yoga Sutra, Jati Antara Parinamaha Prakriti Apuryat, which means that each body and each life that we experience. В Йога Сутра говорится, что каждое тело, которое у нас уже было, и каждая жизнь, которую мы прожили, comes about by the condensation of prakriti, the potential material energy. Является продуктом сгущения пракрити, материальной энергии. For example, например, if you have you want to make some decorations for a cake. From sugar. Если из сахара вы хотите сделать что-то, какие-то там розочки на торт, который so вы печете. The baker has a mold. То есть кто печет у нас? Пекарь. У пекаря есть уже формочки. So let's say the mold is it's Easter time, so the mold is all around it. Например, там это в Америке Пасха, значит, надо формочку зайца взять кроликом. So then he takes the liquid sugar. Он берет жидкий сахар. And pours the liquid sugar into the mold. Наливает формочку. And then gradually it becomes condensed. Сахар застывает постепенно. And then he turns the mold upside down, and out comes a rabbit. Переворачивает формочку и выбивает оттуда зайчика. Now no one will say it's a miracle. Никто не скажет, чудо свершилось. Because the mold was already there. Формочка-то была уже там такая в форме зайца. So in the same way. Предсказуемо было. In exactly the same way, your future. Аналогичным образом, таким же образом, ваше будущее. The mold of your future already exists. As a samskaras, impressions in the subconscious mind, in the citta. Будущее уже существует у вас в подсознании в форме вот этих формочек самскар ваших. And all that happens is the pran moves through those impressions in the subconscious mind, and they condense, and it becomes your life. Все, что происходит, прана начинает двигаться через этот участок этих самскар. Они начинают застывать эти формочки и проявляются в форме вашей жизни, вашего будущего. What will happen next year? Что в следующем году произойдет? What will happen after 10 years? Что произойдет через 10 What лет? Will happen after 20 years? Через 20? Each of the choices you're making along the way. Все выборы, которые вы сделаете в течение этих лет, этой жизни. Today I'll wear the blue socks. Сегодня я синие носочки одену. All the details, все вот эти подробности, they're already there
уже предопределены. Это уже все заложено в сознании в форме этих впечатлений самскар. And the prana is entering into those impressions and then solidifying, and the condensation or the solidification of your subconscious mind's impressions is your life, your activities and your future. Просто что происходит, прана двигается к этому участку этих самскар, они твердеют, грубеет, и это уже проявляется в вашей жизни, в вашем будущем. And your mind, the element of mind, intelligence, ego, is one portion of the cosmic mind, intelligence, and ego in the universe. И ваш индивидуальный, ваш ум, ваш разум, интеллект, и также это частичка вселенского ума, вселенского разума, вселенского эго. So everything is connected on the subtle platform. Все. So we cannot see the connections in the on the gross on the level of the gross physical element. На тонком уровне все взаимосвязано между индивидом и вселенной, хотя мы не видим этих связей грубым восприятием. Now I want to speak a little bit about prana as being the organizational principle of the world. Сейчас я хочу поговорить о пране как принцип организации мира. This is a computer-generated graphic of what is happening inside every cell of your body right now. CGI, компьютерная графика, сделана университетом, которая отражает, что сейчас происходит в клетках вашего тела в данную секунду. There are millions upon millions of various reactions, formulations, and the connections taking place. Исчисленное количество миллионов реакций одновременно происходит вот прямо в эту секунду в вашем теле. Это внутри вас. This is from Harvard University. Это Гарвардский университет сделал это. So there's a whole world going on, like a universe, inside every cell of your body right now. Это внутри каждой клетки. То есть там целая вселенная внутри каждой клетки. So how are you doing all this stuff? Как вы это все осуществляете внутри себя? Well, you're not doing it. Нет, вы что, не делаете этого? What is doing it? Кто осуществляет это? Пран. Это прана все. Pran is moving everything. Прана двигает всем. According to the samskaras and the subtle potential that manifest in the subtle potential. Соответствие самскары. You see, scientists, they cannot explain how all this is going on. They can describe it, but they cannot explain how it is being organized. То есть ученые, они могут, они сейчас уже как-то это понимают, что это происходит, они это могут описать, но они не знают, как это происходит. Things which are alive have prana. Потому что все, что живое, обладает праной. But dead things have no prana. У мертвого праны нет. And this is why no scientist can create life. Поэтому ни один ученый создать жизнь не может. Because the organizing principle of life is prana, and the scientist cannot control it or even understand it, what it is. Потому что принцип организации жизни зависит от праны. Ученые прану вообще не понимают. А уж точно создать ее не могут, и управлять ей не могут. Okay, enough of that. Достаточно. So the prana is flowing. То есть прана, она постоянно движется. Through 72,000 nadis, that is 72,000 channels throughout the material body. Внутри тела находится 72,000 нади, каналов тонких, по которым движется дыхание, прана. So it is the prana which is the organizing principle of your entire biological system, your nervous system, your endocrine system, your immune system. Прана управляет, заведует эндокринной системой, вашими гормонами, вашим иммунной системой. First one was нервной системой. Endocrine system. Эндокринной нервной системой, иммунитетом. So, in the body we have an autonomic nervous system. То есть в теле у нас есть автономная нервная система. Endocrine system and immune system. Эндокринная система, иммунная система. And these are all going on by themselves. Они управляются без вашего вмешательства. It's not something that we have to think about. То есть вы не думаете о том, как, что там у них происходит. So the autonomic nervous system is the control system that regulates
heartbeat, автономная нервная система контролирует сердце, digestion, пищеварение, breathing, дыхательное, the dilation and contraction of your pupils, сужение, расширение зрачков. And the reflex actions like coughing and sneezing. Рефлективные действия такие как чихание, кашель, swallowing, vomiting. Проглатывание, рвота. All these activities which are not under our conscious control. То есть вы не управляете осознанно вот этими рефлексами. So in the yoga system, it's described which one of the pranas is controlling sneezing, yawning. В системе йоги описано, какие виды праны управляют там чиханием, кашлем, зевотой и так далее. The endocrine system. Эндокринная система. Is producing so many hormones. Производит гормоны, разные гормоны. And these affect people very much. И люди находятся полностью под влиянием гормонов. Melatonin, controls our sleeping, the regulation of our sleep. Дает нам возможность спать, регулирует график сна. The oxytocin is the love hormone. Гормон любви. Makes everyone feel kind of attracted to each other and very in love. Радостное состояние создает. The dopamine makes people feel high. Допамин создает тоже такой как хорошее состояние. От уровня серотонина зависит наше мнение о самих себе, о нашем чувстве, статусе в обществе и так далее. Самооценка наша зависит от уровня нашего серотонина. So when a person they cannot sleep at night. То есть если человека мучает бессонница, or they're feeling depressed, человека депрессия, or they feel like I have no love, никто не любит меня. It can be traced back to these hormones. Можно рассмотреть на уровне гормонов, и это все работает. And the theory is that this endocrine system is not under our control. И теория ученых такая, что мы не можем контролировать свои гормоны. Then we have the immune system. Также у нас есть иммунитет, система иммунитета. The immune system is protecting us from viruses, from bacteria, from parasites. Сильная иммунная система помогает нам защищаться от инфекции, от вирусов, от различных заболеваний. From inflammation. То есть сопротивляться заболеваниям, опухолям и так далее. So, the normal person's body has a pH of 7.4. У обычного человека pH средний 7.4. But when a person does pranayama, человек, который занимается регулярно дыхательными упражнениями, пранаямой, here pran means the circulation of the breathing. Prana, тут идет речь, контроль дыхания своего. Ayama means to extend. Pran дыхание, ayama продолжить, растянуть. In other words, in yoga, a person practices breathing very slowly. Практика задержки дыхания, то есть замедление темпа дыхания. And gradually extends the breathing cycle. То есть йоги постепенно они растягивают цикл дыхания. So it has been scientifically proven that as the breathing cycle becomes longer and longer, then the pH of the body goes up. That means from acidic, one becomes more alkaline. То есть есть доказательство тому, что с помощью пранаямы можно ощелочить, ну, сравнительно ощелочить внутреннюю среду своего тела. So some experiments were done by Professor Peter Pickers of the University of Minnesota. Петр Пикерс, профессор университета в Миннесоте, провел исследование. And he was testing those who were doing pranayama. Исследование ставило эксперименты с теми, кто занимался дыхательными практиками пранаямой. And even though science says that we have no control over our endocrine system, we have no control over our autonomic nervous system, and we have no control over our immune system, they're all going on by themselves. When a person does pranayama, they can take control of these systems and consciously control them. И несмотря на то, что ученые убеждены, то есть наука на данный момент верит в том, что человек не может отслеживать эти процессы иммунной системы, эндокринной системы, автономной нервной системы, все же с помощью этих экспериментов было доказано, что люди, которые серьезно занимаются пранаямой, они могут влиять на состояние этих систем. Why?
Каким образом? Тамагун. When you're in тамагун, like a dog, then you breathe like this. Собаки дышат часто и быстро. То есть если вы в тамагуне как собака, то вы будете так дышать быстро. Very quick breathing. Очень быстро. Yeah? And when you're in раджагун. В раджагуне. Then sometimes you breathe slowly, and then you breathe quickly, and then you have to relax and breathe slowly. So the breathing is erratic. Sometimes fast, sometimes slow. То есть непредсказуемо, как вы будете дышать, то быстро, то медленно. And when someone is in сатвагун, когда человек находится на уровне, на него превалентно влияет сатвагуна, their breathing, their pulse, their heartbeat, то человек тогда замедляет свое дыхание, медленно бьется пульс, он медленно дышит. No stress at all. Вообще никакого стресса он не испытывает. So we can see that the tamasic person. Тамасичные люди. The prana in his body is bringing about quick destruction. То есть прана его быстро разрушает. And he dies very quickly. Такой человек быстро сгибает. The person in the mode of rajagun, passion, lives somewhat longer, but also all the passionate activities bring about bad health. То есть и ленивцы темные, они умирают скорее, а люди раджасичные, такой в энергии страсти, они длятся дольше, но все эти страстные поступки тоже приводят там к плохим последствиям. The person in сатвагун who does yoga, who does pranayama, then they can live for a very long time. Because every cell in the prana is the organizing principle of every cell in the body. Но человек, который занимается йогой, занимается пранаямой, и он растягивает свою жизнь, потому что он омолаживает свой организм, он может влиять. Говорит, за йоги киджай. И вернись быстро. Обхирал. Ты нам испортил момент. So just pay attention for a few moments. Ладно, не отвлекаемся. So. Вот я пришел. Yeah. Oh, until only a few years ago, scientists thought that it is not possible by your mind to control your autonomous nervous system, endocrine system, and immune system. Еще до совсем недавнего времени ученые совершенно не знали о том, что человек может сознательно влиять на работу, на функцию своей иммунной системы, своей эндокринной системы, автономной нервной системы. But this professor Peter Pickers at the University of Minnesota. Но этот профессор Петр Пикерс. Did an experiment that proves that by controlling the prana, even those aspects of our nervous system which seem out of control, they can be mentally controlled. Всего лишь несколько лет назад, проведя эти эксперименты, он установил факт того, что с помощью серьезной пранаямы человек осознанно может влиять на свою иммунную систему, эндокринную систему и на свою нервную систему. Now don't try this experiment at home. Вы, пожалуйста, дома сейчас позже вечером не пытайтесь ставить с собой эксперименты эти. The professor, he got 24 people and he strapped them up like this. Профессор взял 24 человека, так прикрепил, привязал. And 12 of them, they were just ordinary students. 12 были обычные там такие подопытные студенты. And 12 of them had been trained in pranayama. А 12 уже были обучены студентов, которых обучили пранаяме. And then what they did was they took some endotoxin, bacteria. Доктор взял бактерию, то есть токсин, that makes you have a fever, который вызывает тут же температуру. And symptoms like coughing, sneezing. То есть взял бактерии, взял вирус токсичный, который будет сразу вызывать температуру, лихорадку, кашу. Students were the strapped up in the bed. They injected them with the endotoxin. И заразили вот этих эндотоксином этих 24 подопытных. So the ones that were doing pranayama, after some time, very quickly, they began to have fever and coughing and all the symptoms caused by the bacteria. Не обучены пранаяме, очень быстро, в скором темпе стали отражать все симптомы болезни. Don't try this at home. Я вас еще раз предупреждаю, таких экспериментов не ставить. But the 12 persons, но 12 студентов, knew pranayama, they began to breathe
and consciously they increase their adrenaline. Те, кто уже были знакомы с этой дыхательной практикой и с особенностями, те, and it fought against the bacteria, killed them all, and they had no symptoms at all. Мгновенно они ввели вот этот вирус в них, вот этот токсин, они повысили осознанно уровень адреналина в теле и просто отбили вот этот токсин тут же. Он никак не вызвал никакое состояние болезненное. So it has been shown how the prana affects us on a very, very deep level. То есть научным образом было доказано с аппаратурой, со всеми исследованиями о том, что прана оказывает мощнейшее влияние на нашу физиологию. So there are three main pranic channels. Есть три главных канала праны. The main one goes from the Muladhara chakra up to the Sahasrara chakra. Главный канал идет от Muladhara до Sahasrara. That is called the Shushumna Nadi. Этот канал праны называется Shushumna Nadi. Generally, for most persons, this Shushumna Nadi is blocked, and the prana is not moving there. Для большинства людей этот канал забит напрочь, и прана не движется никуда по нему. For most persons, the prana is either moving in the pingala. That is the left side or the right side. В большинстве случаев люди прана двигаются по пингали и. So I want you to all do a test now. Пингала and the other one. Ида. Ида и пингала. То есть для большинства людей прана просто влево-вправо так ходит по этим. Close your right nostril. Сейчас проведем эксперимент. Заблокируйте правую left ноздрю и дышите через левую. And breathe out. Выдохните. And breathe in again. Продолжайте дышать через левую ноздрю. Все вдохи и выдохи. And breathe out. Выдохните. Okay. Now close the left nostril. Теперь закройте левую ноздрю. Breathe in. Выдыхайте через правую. And breathe out. И выдыхайте через правую. And again. Выдыхайте через правую. And breathe out. Выдыхайте через правую. So who noticed that one side was more open than the other side? Кто заметил, что одна сторона была более забита, чем другая, что легче было дышать через? Whose right side was more open? У кого правая сторона легче дышала? Whose left side was more open? У кого левая сторона легче дышала? That's okay. So what does that mean? Что это значит? And you can check. You can check after 90 minutes. You can check again. About every 90 minutes, it's moving this side and then this side. Вы можете перепроверить через 90 минут, через какое-то время, потому что каждые 90 минут приблизительно она сменяется слева вправо, прана идет. Did you know that? Вы об этом знали вообще? You had your nose your whole life, and now today you discover something new about your nose that you did not know. Этот нос с вами с самого рождения, а сегодня в таком зрелом возрасте вы что-то новенькое о нем узнали. We're very unconscious, actually. Представьте. Or to speak of spiritual things, we're even unconscious of our material. Какие темные люди, мы даже о собственном теле так мало знаем, что уже говорить о духовных каких-то реальностях. So the reason is. When a person is very sattvic, then the prana moves in the Shushumna Nadi. Причина следующая: когда человек очень сатвичен, то прана движется по каналу Shushumna Nadi. And when a person is more rajasic, then it moves in the pingala on the right side. Если человек более раджасичный, то прана движется по правой стороне, по пингале. And when they're more tamasic, it moves on the left side. Когда человек находится под большим влиянием тамаса, идет прана по левой стороне. So then it's going moving throughout the day. Варьируется слева вправо, переходит в течение дня. So those of you, your right side was more open, you're more fresh at the moment. У кого правая сторона была более открыта, вы свежее на данный момент. And those who are moving more on the left side, they're a bit more. Уже в смысле проснувшись, а те, у кого левые, вы уже тормозите немножко, вы не все слышите, что я говорю, не все понимаете. Where did I put my keys? Думаю, куда ключи от машины вообще положили? When you have those moments, you're just not conscious, because the prana was moving in the left side. Это те состояния, где вы ищете свои очки, они у вас на голове, или ищете свои ключи, куда вы их положили, вот в этот момент, потому что прана там слева, и замедленная реакция, и мышление такое. So don't worry if you're on the left side after whatever 90 minutes or less, then you'll feel alert again. Но это она все время движет приблизительно каждые. Там 90 минут, все уже начнут засыпать, а у вас бодрячок будет. Вам
будет so, хорошо. We have here the sun side and the moon side. То есть у нас есть сторона солнца, сторона луны. So the prana moving from the sun side to the moon side, this is the influence of time. И когда прана движется от стороны солнца к стороне луны, это происходит под влиянием времени. Like the sun is rising, then the moon is rising. Как цикл времени, восход солнца, закат солнца. And it's taking away your life. Восход луны, заход луны, это отбирает у вас жизнь. So if we are moving between rajas and tamas, then our life is going very quickly. И когда вот так дыхание движется от раджасов в тамас, прана вот так с этой слева вправо, то это лишает нас жизни в ускоренном режиме. And those are in sattva-gun. А те, кто находится в сатва-гуне, they are in shomanadi, and they live very long time. Такие люди, их прана движется прямо по потоку шушумнанади, поэтому они живут гораздо дольше, и у них здоровье гораздо более крепкое. I know one devotee in Vrindavan. Я знаю одного преданного в Вриндаване. I heard he was very, very old. Я слышал о том, что он очень старенький. Хотел встретить его. So I came to his bhajan kutir, his place of meditation. Я зашел к тому месту, где он совершал свою медитацию. And I knocked on the door. Постучал в дверь. And this man opened the door. Он открыл дверь. And he had a long white beard down to him. Длинная седая борода. And I gave pranam. Я поклонился ему. Чоти баба. Сказал, Чоти баба. No, I'm his disciple. Он сказал, нет, я не Чоти баба, я его ученик. He was one of the young ones. Это был один из молодых. So then he took me inside. Он завел меня внутрь. To meet with his guru. Чтобы встретить его учителя. And he was 156 years old. Учителю было 156 лет. Was anyone with me that day? Those that you're there. Кто был со мной? Yeah, you're there. Okay. So a few people there were with me. So you can find out. Они могут вам засвидетельствовать, что это правда. I am also 90 years old. А мне 90 лет. You should believe everything. Поэтому верьте всем моим словам. Я мудр и стар. Okay, so we're discussing about the effect of the prana. То есть мы обсуждаем сейчас влияние, которое оказывает прана. How everything in this microcosm of the universe and in the macrocosm of the universe is moved by prana. Что прана двигает всем в микрокосмосе нашего тела и в макрокосмосе Вселенной. So now a question comes. Why are you people? Why are you doing bhakti yoga? Возникает вопрос, может, у вас, пришедших на сегодняшний класс, а зачем вы, люди, занимаетесь этой бхакти йогой? Because actually we are not doing the ashtanga yoga and doing pranayama. Мы, практикующие бхакти йогу, не совершаем аштанга йогу или там пранаяму целый день напролет. For your health, if you want to lose, it's okay. Для здоровья преданные индивидуально совершают йогу. Но это не является для нас духовным путем. The Vedas explain that the soul, the Atma, is the confined in the primordial nature, the material energy of sattva, rajas and tamas. Что Атма, душа, она заключена, закрепощена в эти три энергии, в сатву, раджас и тамас, под их влиянием. Our attention is focused on the physical world. И поэтому наше внимание всегда направлено на извне, на материальный мир. That means our attention is coming this way, towards material energy. Внимание всегда движется в сторону материальной энергии. So bhakti yoga is a process of turning our attention away from the physical energy towards the spiritual energy. А бхакти йога это процесс активного отвлечения внимания от материи и поворот внимания в сторону духовного. The spiritual energy is Satchidananda, eternal, fully conscious and fully blissful. То есть это практика, которая дает нам возможность отвлечь внимание души от материи, направить на трансцендентную энергию, Сачидананда. So that realm of Сачидананда is the kingdom of God. То есть царство Божие, как о нем говорят, как раз и состоит из Сачидананды, вечности, знания и блаженства. If the consciousness can be turned towards God. И если у нас получится повернуть внимание к Богу, then all those samskaras, that means your future, all the impressions, which are the mold, which will make your future, all this mold will melt.
То есть, если удастся нам обратить внимание на Бога, отвернуть его от материи, то все эти формочки, которые уже предопределяют ваше будущее воплощение, перерождение, то они начнут плавиться и терять очертания, растворяться. By bhakti-yoga, the ego dissolves. С помощью бхакти-йоги можно растворить ложное эго, аханкару. And that ego, which is actually the mold of all the future lives and future karma, when that ego is dissolved, then no more future lives, no more future karma. А эго это как раз есть вот это поле чудес, в котором сидят все эти формочки наших будущих перерождений. И если можно растворить эго, то уже не надо перерождаться, не надо снова обретать новую плоть. So, the main method in Bhakti Yoga is the chanting of mantra. Главный метод практики Бхакти Йоги, йоги преданности, это воспевание мантры. So everyone can hear with their ears this external sound of a mantra. Мантра это звуковая вибрация, которую можно слышать ушами каждому, кто обладает слухом. But we should know that the external sound that we hear of mantra is only like the tip of an iceberg. There's so much below that that you cannot see. Но в контексте мантры нужно понимать, что тот звук, что вы слышите ушами, это всего лишь пик айсберга, потому что очень многое вам непонятно, что кроется ниже. So the Vedas explain that sound vibration of mantra has four levels. Потому что Веды объясняют, что у звуковой вибрации есть четыре уровня. So the first level is called para. Первый уровень звука называется пара. And that is when the mantra appears in your Mooladhara chakra as a vibration of prana. Это момент, когда мантра возникает в Мooladhara чакре как вибрация праны. Then it rises up to the Manipura chakra. Эта вибрация начинает идти выше, доходит до Манипура чакры. Then sound is called Pasyanti. Тогда уже звук называется Pasyanti. And the sound of the mantra begins to take control of your mental functions. И тогда вот эта внутренняя звуковая вибрация начинает уже оказывать влияние на ваши ментальные функции, на функции деятельности ума. Then it rises up to the Anahata chakra and takes control of buddhi. Поднимается выше к Анахате чакре, и тогда уже оказывает влияние на буддхи, на интеллект. And then it comes to the Вишудхи chakra and manifests in the form of sound that you can hear. И затем уже звук доходит до Вишудхи чакры и проявляется в внешней форме, которую вы уже слышим о вашем ушам. So Vaikari. Actually, when you speak, ordinary sound. Levels of sound are there. Когда вы говорите, что бы то ни было, произносите обычные слова, всегда эти четыре уровня звука присутствуют. But it is all material. Но это все материальное. But when you receive mantra from guru. Но когда от духовного учителя вы получаете мантру. When you utter mantra, this is not your own prakrit material prana moving, but it is the entrance into your consciousness of a prakrita prana. Transcendental prana. То есть когда уже двигает этот звук, когда вы получили мантру от духовного учителя и повторяете ее, то этот звук уже перемещает не материальная прана, а пракрита, уже сверхъестественная духовная прана начинает перемещаться и присутствует, движет эту звуковую вибрацию выше. The movement of material prana allows you to think in terms of your own ego and desires. То есть движение обычной материальной праны это как раз то, что помогает, он дает вам возможность мыслить в контексте своего ложного эго. The movement of material prana empowers the senses to perceive the physical world. Материальная прана наделяет чувство способностью воспринимать окружающую среду. But when you chant the Mahamantra, и взаимодействовать с ней. Но когда вы воспеваете Махамантру, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, then the Aprakrita prana, that is supernatural prana in the form of this mantra, hijacks your own prana system. То тогда апракрита прана, сверхъестественная духовная прана, она тогда уже захватывает контроль над материальной праной, начинает управлять всем в теле. And it begins to manifest within the mind and within the senses the vision of the spiritual world. Тогда уже эта духовная прана, завладевая умом, интеллектом и чувствами, дает
внутреннее видение духовного плана существования. Some people say, oh, no one can see God. Некоторые люди говорят, никто Бога увидеть не может. This is completely not true. Это полная чушь. Why would God create you in such a way that you cannot see Him? Что за глупость? Зачем же Господь сотворил вас, чтобы его никогда не увидели? God has designed you. Если Он дизайнер, Он вас сотворил. That if your attention is towards the material world, then you cannot see Him. Да, если ваше внимание направлено на уровень материи, то вы его не увидите. But by chanting the holy names with devotion, you can turn your attention towards the spiritual plane. Но вы можете повернуть свое внимание в сторону Господа и его духовного плана бытия посредством повторения Махамантры. And this produces very naturally transcendental vision of the spiritual realm. И это наделяет тогда практикующего естественным таким восприятием духовного плана бытия. So for the common person, для обычного человека, there are the dormant impressions in their subconscious mind. Вон там участок спящих впечатлений таких. Gradually, some of them become active impressions in their ego now. Постепенно вот эти самскары, впечатления с прошлой жизни активируются, переходят на уровень сознания. And then each day, some of those impressions come into the conscious mind in the form of desires. Каждый день какие-то из этих самскар проскальзывают в наш ум, в наш осознанный ум в форме желаний. Then the prana connects the mind to the physical body and senses, and so you begin to act in terms of the desires which were there originally in the subconscious mind. So this is how our life unfolds. Так как прана связывает ум с телом, она начинает переносить по чувствам, по телу вот эти желания. И тело подключается, и вы начинаете действовать, пытаясь осуществить свои вот эти мечты, помыслы. То есть то, что эти самскары раньше спали и даже вам были неведомы, когда они уплывают в сознание, потом проявляются в голове постепенно в форме желаний, вы воплощаете их в жизнь тогда. But when you practice bhakti yoga, но когда вы начинаете практиковать бхакти-йогу, daily chant this mantra, и ежедневно воспевать эту мантру. Then what happens? Что происходит тогда? The appropriate prana makes its appearance in the mind. Тогда на ум начинает оказывать влияние апракрита прана. Чайто дарпана маджинам. It cleans away all these dormant impressions. Начинает генеральную уборку там в уме, начинает вычищать все эти спящие самскары оттуда. And then manifests within all the senses. Потом прана движется по чувствам. As a hearing the sounds of the spiritual world, seeing the visions of the spiritual world. То есть слух начинаем слышать духовный план, видеть духовный план глазами. And always being blissful and dancing in kirtan. Всегда радостные, всегда танцуем в киртане. So Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. It is said, all glories to the chanting of the holy name. Вся слава воспеванию святых имен. Which is victorious because the appropriate prana. The holy name in the form of Aprakrita Pran takes over all aspects of the subconscious, conscious mind and body and senses. Почему воспевание святых имен победоносно? Потому что Апракрит Прана заполняет собой ум, вычищает все оттуда и потом заполняет чувства, берет полный контроль над умом и чувствами. Then one becomes overwhelmed with love for God. Тогда человек становится преисполненным любви к Богу. And at the end of this life, the soul is not carried by the astral body to another body, but rather one manifests the spiritual body and goes to the eternal kingdom of Shri Krishna. И тогда уже человеку не надо перемещаться после конца этой жизни в следующее тело, потому что он в духовном облике может уже перейти на духовный план существования вместе с Кришной. So we have time to take a few questions. У нас есть время выслушать вопросы, ответить на вопросы, если у кого-то возникли. Don't be shy. Не стесняйтесь. Если у вас умные вопросы, поднимайте. Если у вас умные вопросы, поднимайте руку. Sorry for that, I joke. I said if you have good questions, ask them. Yes. Yes, over there. Computer programmer. What's your name, sir?
Леонид. Леонид. Леонид, yes. Please meet. Можно ли материальными способами напрямую воздействовать на душу? Can one using mechanistic approach, material methods to affect soul? Can one exert any influence on the soul by material means, by any material means? Actually, that is what the Ashtanga Yoga system is about. Это как раз предназначение, смысл Ashtanga Yoga. The Ashtanga Yoga system is basically a mechanical method. Это механистический процесс. Of trying to extricate the soul from its entanglement with the astral body. Попытка высвободить душу из оков астрального тела. There's nothing that you can do, let's say, if you take someone and you get some physical instruments and you start experimenting on them. То есть с помощью каких-то материальных физических экспериментов над человеком вы не сможете оказать никакого влияния на душу. You're not be able to discover anything about the soul. То есть к душе никак не подобраться ни к своей, ни к чьей с помощью каких-то экспериментов, там, копания чего-то. But the Ashtanga Yoga system is mainly a mechanical means of trying to understand the soul, because you practice physical postures and then you do breathing and control the mind and so on. Но Аштанга йога есть такой обходной путь к попыткам оказать влияние на душу с помощью механистических процессов, упражнений, которые влияют на тело, на дыхание, контроль над умом и постепенно над чувствами. The true nature of the soul cannot be understood. Separate from understanding the nature of God. Но душу невозможно постичь отдельно от постижения Бога. То есть это неотъемлемо. То есть постичь душу, чтобы постичь душу, надо постичь Господа. Because every soul is a part of Krishna. Потому что каждая душа это частичка Кришны. It's like saying, how can I understand what a finger is? Как понять, что такое палец? If you just find a finger on the floor, если вы найдете на улице палец где-то, валяющийся, you never really understand what it is. Вы никогда не поймете, о чем это. It's only understood in connection with the totality. Палец становится понятен только в связи со всем телом. So in the same way, because every soul, Krishna said, "Mamaimam so jivaloke jivabhuta sanatana." Every soul is my part. So we can never truly understand ourselves without understanding our relationship with God. Постичь частичку мы не можем в тотальности. Надо понять, так как Кришна объясняет, что каждая душа — это моя частичка. И чтобы понять душу, мы должны постичь Господа. So we were showing in the lecture how some scientific experiments have given results from which we can infer the activity of the prana, for example. То есть вот в процессе этой презентации мы рассматривали примеры о научных исследованиях, которые помогают нам понять о функциях праны, то есть догадаться о том, как работает прана. So the inferences from the experiments tend to suggest that the Vedic model is correct. И то есть вот это предположение, которое были приняты как выводы из экспериментов, указывают на то, что ведическая модель права. Because the modern mechanistic model of the world cannot explain the organization of organic life. Потому что современный научный подход никак объяснить не может образование жизни, вот это гармоничности формирования организма. And there are many defects in the mechanistic view of the world. If you our festival is continuing for another 4 days. We'll be analyzing the defects of the mechanistic view of the world. То есть мы будем тут по воскресенье по вечеру проводить лекции и семинары. Может присоединяться к нам. Мы будем обсуждать дополнительные изъяны, которые присущи вот этому механистическому мировоззрению. So in regard to the true nature of the soul, then there is a science. То есть, что касается природы души, есть целая наука о душе. But the laboratory is you. Но лаборатория — это вы сами. You yourself have to do the experiment on yourself. То есть, вы должны ставить эксперимент на самом себе. And find out. И узнать тогда. Because the soul being conscious is a subjective element. Потому что сознание души — это субъективный процесс. So only every individual can subjectively access his soul, but he cannot objectively access.
То есть объективно мы не можем подобраться к душе и к чужим душам. То есть субъективно каждый из нас обладает возможностью познать свою душу. Our senses through which we collect information are very limited. Почему чувства, с помощью которых мы собираем всю информацию, они очень ограничены в своих возможностях? So we can see earth, we can see water, we can see fire. Мы видим воду, мы видим огонь, мы видим землю. So that takes us, fire means in this sense electricity. То, что мы говорим огонь, элемент огня, тут мы говорим об электричестве. But anything more subtle than electromagnetism, we cannot experience what is beyond that. Глубже электромагнетики мы копнуть не можем. With our physical instruments for detecting things. То есть с помощью физических инструментов исследований мы добраться глубже никак не можем. So the elements which are beyond that, such as mind, intelligence, ego, they can be accessed only by introspection. Поэтому все более тонкие элементы, которые идут дальше, то есть ум, интеллект, эго, к ним мы подобраться только с помощью созерцания можем. And you can see them. Ты можешь увидеть эти элементы. Now you close your eyes, you look inside, everything is black. Сейчас мы закрываем глаза, видим там темно. But you can become enlightened. Но можно озарить. And you can see your subconscious mind, all the samskaras, you can see the impressions of your past lives, so thousands of lives. Научиться достичь такого уровня, где внутри уже светло, где видны эти комнатки с самскарами, видны прошлые жизни, откуда эти самскары, уже все это очевидно становится человеку. So you can study and realize all these things directly, practically for yourself. То есть на практике каждый может для себя осуществить вот этот проект самопознания. But it takes some time and practice. Это занимает время и требует внимания и усердности. Yes. Any other questions? Еще вопросы есть? Yes. Your name? My name is Leila. Mm-hmm. Thank you very much for the presentation. It was very interesting, and I have two questions for you. Mm-hmm. How did you begin your way, and what was your impulse? У меня два вопроса: как вы начали свой путь и что подвигнуло вас на эту практику? I don't usually like to answer the personal questions. Я обычно не люблю отвечать на личные вопросы. Я предпочитаю не отвечать на личные вопросы. But my Gurudev told me that I was practicing this in the previous life. Но мой Гурудев мне поведал, что я уже совершал эту практику в прошлых жизнях. So in the Bhagavad Gita, he said that those who have practiced from a previous life, then when they're very young, they begin practicing their childhood. Bhagavad Gita объясняет, что те, кто уже занимался этой практикой духовного развития, практикой бхакти-йоги в прошлых жизнях, с раннего возраста они снова подключаются к этой практике, они просто возвращаются. So when I was 2 or 3 years old. И когда мне было где-то 2-3 года, I did not know what the word meditation. Я не знал вообще слово медитация. But I used to sit down. Я садился так. Put a cloth over my head. Накрывал там простыню или чем-то голову у себя. And tell my mama. И говорил маме. Don't disturb me. I have to think. Не мешайте мне. Я должен думать. So from very young age I was meditating, even not knowing what the word is. То есть с раннего возраста, даже не понимая, не зная таких слов, как медитация и так далее, я уже как-то был в этом процессе. And when I was 11 years old, когда мне было 11, my father gave me a copy, big commentary, explanation of yoga psychology of the yoga sutras of Patanjali when I was 11 years old. Папа решил подарить мне толстенную книгу, такую комментарий на йога сутры Патанджали. And it was also a great miracle. Это было чудом вообще. Because my father had no interest at all in this. Папа вообще не интересовался никакой ни йогой, ничем. Было непонятно, с чего он решил купить такую книгу. One day we went into a bookshop. Но однажды мы зашли с ним в книжный магазин. And of all the books, he picked this big book. Из всех книг, которые там были, он вот эту толстенную книгу. And he bought it. Купил ее. I'm sure he has no idea what it was. Вообще не понимает, что он покупает. And then he came up to me in the shop and said, I bought this for you. Сказал, вот, сынок, я тебе купил эту книжку. So it was a great miracle. Это чудом было каким-то. And then when I was 15, I began to study Bhagavad Gita. Когда мне уже было где-то 15, я стал изучать Бхагавад-гиту.
and go to the visit a Hindu temple. И я посещал один храм хинду. And there were many deities, many gods in that temple, and Krishna was also. Там было очень много разных божеств, и Кришна был среди них. So in this way, very naturally, for my whole life, I always thought of these things. То есть это было естественным для меня, вот эти вещи были естественными с детства. So this is a sign. If someone, when they're very young, they come into bhakti path, then they have some previous life practice. Это признак, если кто-то с детства увлекается и тянет бхакти, это значит, что человек уже совершал эту практику в прошлой жизни. But if you are not so young, don't worry. Но даже если вы пришли к бхакти не совсем юном возрасте, ничего страшного. How old are you? Сколько вам? I'm 26. 26. 26. No, you are eternal. Нет, вам не 26, вы вечны. No one is young and no one is old. Нет молодых и нет старых. Only the body is young or the body is old. Это тело молодое или старое. But the soul is, everyone is same age. А душа, она вся одного возраста у всех. That is Kalajit, beyond time. Kalajit, она вечна. Thank you, Hare Krishna.